Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Станция спортивная» и ее ведущая Арина Лукьянцева. Сегодня мы познакомим вас с таким ярким и динамичным видом спорта, как дзюдо. Это боевое искусство пришло к нам из Японии. Все подробности расскажем далее. Дзюдо по праву является одним из самых зрелищных видов олимпийской программы. Многие считают эту дисциплину не просто видом спорта, а искусством, системой ценностей и образом жизни. История дзюдо берет начало в 1882 году. Именно тогда в Токио японец Дзигоро Кано основал в буддийском храме школу, которую назвал Кадокан. С тех пор вид спорта активно развивался и менялся. Через год была создана система разрядов, а в 1887 году была окончательно сформирована техника дзюдо. Первый чемпионат мирового уровня прошел в Токио в 1956 году, после чего соревнования такого масштаба стали проводиться регулярно и не только в Японии. Впервые россияне познакомились с японским единоборством более 100 лет назад. В 1914 году на Дальнем Востоке выпускник знаменитой токийской школы, бизнесмен и сотрудник внешней разведки Василий Ощепков организовал первую секцию дзюдо. Она насчитывала около 50 учеников. Этот момент считается датой рождения отечественного дзюдо. В 1935 году прошло первое первенство Москвы, а в 1937 году товарищеская встреча между командами Москвы и Ленинграда. Однако в конце 30-х годов в СССР для дзюдо наступили мрачные времена. Дзюдо запретили, как чуждое советскому народу занятие. Возрождение этого вида спорта в СССР пришлось на начало 60-х годов 20 века. В 1972 году по распоряжению спорткомитета была создана Федерация дзюдо СССР и проведены первые всесоюзные... соревнования, которые уже через год поменяли свое название и стали чемпионатом СССР. С того же момента начали регулярно проводить первенство страны по борьбе дзюдо среди юношей и юниоров. По сей день дзюдо остается популярным видом спорта в России, привлекает молодежь и взрослых своими физическими и духовными аспектами. Ну, воспитанники нашего клуба ежегодно становятся призерами, чемпионами областных всероссийских соревнований. Ребята, которые приходят первый раз, новички, они у нас занимаются в оздоровительной группе, осваивают азы страховки, силовые упражнения, развивают выносливость, мышцы, группы мышц определенные. Значит, и первые шаги – это броски. Такие незначительной амплитудой, корпусные броски, больше на ловкость, на владение равновесия. Вот, а потом больше осваивают уже более трудный материал. Я занимаюсь 4 года, много езжу на соревнования почти каждую неделю. Иногда выигрываю, иногда проигрываю. Когда мы пришли на первую тренировку с мамой, мне почему-то понравилось. Красивые броски, красивая отработка. Вот самый красивый прием – подхват под одну ногу. Мне он нравится. Но хочу получить черный пояс и продолжать заниматься этим видом спорта. Дзюдоисты носят специальную форму, официальное название которой – дзюдога. Ее также называют кимоно. Дзюдога состоит из трех частей – куртка, штаны и пояс. В дзюдо, как и в ряде других восточных единоборств, существует система рангов или степеней, по которым оценивается уровень спортсмена. Каждому рангу соответствует пояс определенного цвета. Японское боевое искусство имеет стандартизированный набор рангов, включающий в себя 6 кю, то есть начальных уровней, и 10 данов, степеней черного и красных поясов. Дзюдо дословно переводится как «мягкий путь». В нем отсутствуют удары по голове и корпусу. Основа борьбы – это броски, подсечки, болевые приемы и, конечно, философия. В большей степени дзюдо опирается на то, чтобы вывести соперника из равновесия, а затем провести решающий бросок или болевой прием. Согласно учению дзюдо, победу над противником одержит тот, кто сможет его агрессию обернуть против него самого. У них с детства привита дисциплина. И нет интереса бороться спортсмену-разряднику с спортсменами, с новичками, там, безразрядниками. И тем более самоутверждаться. Спортсмен, он соизмеряет свою силу больше, чем
какой-то там, кто попробовал там. Хулиган. Да, хулиган. Мы не делаем больно друг другу, потому что в других спортах, я видел, там дерутся именно. А в дзюдо именно мы бросаем друг друга. Мне понравилось в нем, что это может сработать и для самообороны. Боятся мальчики, большинство мальчиков, из-за других девочек как бы заступаюсь. Дзюдо развивает не только силу, но и гибкость, выносливость, координацию движений, а также внимательность, уверенность в себе, дисциплинированность и умение контролировать собственные эмоции. Кто-то занимается для того, чтобы быть в хорошей физической форме, кому-то нужны состязания, кому-то нужны испытания, кому-то нужна просто философия дзюдо. Это владение арсеналом бросков, осваивание, это тоже дает рост. Дзюдо развивает все группы мышц, начиная от корней волос, кончая ногтей. В глазах юных дзюдоистов есть пример настоящих героев. Одним из них является грузинцев Афанасий Андреевич, погибший при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. В память о нем был организован турнир. Озвучиваем, для чего, ради чего проводятся соревнования, во имя чего. Он был спортивно подготовлен, один из первых в штурмовом отряде воевал и был награжден за, по результатам своей службы в боевых действиях. И, к сожалению, вот погиб. В памяти его мы и проводим ежегодный турнир в памяти грузинцева Афанасия Андреевича. А на сегодня это все. С вами была программа «Станция спортивная» и ее ведущая Арина Лукьянцева. Будьте здоровы, занимайтесь спортом. До новых встреч!